Всем привет! Всем привет! У нас сегодня очередной обзор. Немножко позже, чем мы рассчитывали, но да. Лучше поздно, чем никогда. И на обзор мы выбрали пиво, приехавшее к нам из теплой Испании, но купленное в магазине «Призма». От пивоварни «Beer and Blues». На самом деле об этой пивоварне сказать фактически нечего, потому что даже нагуглить информацию довольно сложно. Известно только, что она находится в Валенсии. Это восточная Испания. В общем, и ориентируется в своих этикетках, названиях на такую джазово-блюзовую стилистику. В общем-то, из-за чего ее этикетки, как можно видеть. Там местами, кстати, рок-н-ролловая, роковая у других бутылок. Да, в общем, ну, привлекает внимание, и наше внимание да. Они тоже привлекли. Пиво довольно недорогое, в районе 200-300 рублей, угу. Учитывая импорт. Но о вкусовых свойствах его мы будем судить чуть позже, потому что конкретно эти сорта мы не пробовали. Ну, в среднем я, насколько я помню, каждая бутылка стоила там в районе 190 рублей. Вот конкретно в «Призме». Да. То есть сейчас люди, которые живут в городах, где есть «Призма», в принципе, могут посмотреть, вдруг там есть. Да. В «Призме», в принципе, всегда обновляется пивная линейка. Финским пивом или итальянским, или испанским. Там можно довольно редкие бутылочки иногда найти. Да. Которые нигде больше не увидишь. Есть. Это такое вот. Бывает что-то интересное, да. В общем, ну, не будем долго тянуть кота за хвост. И представим нашего первого участника. Точнее, первое пиво на обзор. Это British Strong Ale, который называется Johnny Lee Blues. В честь Джона Ли Хукера. Американского блюзмена 20 века, довольно известного. И оно пошло. Надеюсь, пиво будет не хуже его музыки. Нет, в смысле, у него хорошая музыка. Лайк тем, кто любит блюз. Нам. Ладно. Лайк, если вы любите блюз. Что-то я сегодня заговариваюсь. Довольно сильно пенится, учитывая, что оно охлаждено. Да. Ну и оно из бутылочки пошло прям так. Да. Так, цвет. Карамельный, мутноватый. Цвет красивый довольно-таки. Да. Но мутноватый. Ну, в принципе, пена... для Strong Ale... Пена достаточно себе. Быстро оседает. Такая. Но она все равно довольно плотная и красивая. Ну, она не супер плотная, но и не стирально-порошочная прям да, такая. Да, она... Я и говорю, красивая такая, кремовая пена. Солодовый сладкий запах. Кремовый. Ну, такой, кстати, вкусовом, карамельно-кремовый. Во вкусовом профиле заявлено. И конфетки на вкус. И карамельки, да. Да, такие. Ну, прям неплохой карамельный эль. Приятное пиво, да. Конечно, очень. Вот стронгом я его не назову. Ну да, стронгом не назовешь, это верно. Может, для испанцев это, конечно, и стронг, но вот как бы... Ну, в принципе, в их климате вполне себе... Вполне себе... Вполне себе стронг? Вполне себе стронг. Ну, нет, оно, правда, не очень сильно алкогольное, 6,4%. А, 6,4%, да. Но оно даже для 6% весьма-весьма легкое. Да, ну вот чувствуется очень легкое такое действительно в британском стиле охмеление. Ну, похоже на британское пиво. Угу. Такое классическое. Да. Но при этом оно более освежающее, что ли? Более освежающее, и нет никаких ярко выпирающих вкусов. То есть все более-менее гладенько и округло. Приятно. Да, очень приятное и хорошее пиво. В принципе, я бы ему поставил четверочку. Да.
Перейдем к следующему. Да, перейдем к следующему. В честь кого у нас следующее пиво и что это? Следующее не в честь кого? Дабл Мальта. Дабл Мальта. Да, я не вижу это... связи с каким-то конкретным музыкантом. Бельгиан Блонд. Это Блонд. Не знаю, насколько классический. Угу. Но, скорее всего, использованы бельгийские дрожжи какой-нибудь. Но он глютен-фри, так что он может быть что угодно. Да, здесь может быть что угодно. Да, кстати, радуйтесь, люди, у которых непереносимость глютена. Да. Есть шанс попить, в принципе. Есть шанс купить пиво. И насладиться. Ну, я не знаю, насколько насладиться, потом будем судить. В общем-то, начальная плотность 16, а алкоголь тоже 6%. 6,2%. Чуть-чуть полегче, чем Strong Ale. Оно, и оно идет. Вот я не ожидала. Но оно долго шло, ты. А я настолько. Я не успела среагировать. Давай признаем честно. И мне нужна салфетка, наверное. Ну, этим потом займемся, не так уж важно. Но я уже чувствую, что оно так же карамелью пахнет уже прямо отсюда. Разольем все. Держи. Так, что у него там по ТТХ? Я уже сказала, 6,2%. 6,2%, ну и... Да. Пахнет все. Ну, легкий. Такой легкой бельгиечкой. Легкой бельгиечкой, да, и ничего такого прям очень. Сладко, цветочно. Очень тяжелого запаха нет. Мудновато для блонда. Немножечко. Ну, нет, если говорить о таких обычных ходовых блондах, а не выдержанных. Ну да. Но зато очень легкий такой цветочный вкус. Слегка медовый. Слегка медовый. Ну, вообще вкус слабо выраженный. Но, в принципе, для глютен-фри очень даже выраженный. То есть, довольно хорошее пиво. Приятнее, чем среднестатистические глютен-фри лагеры. Вроде. Но... Что мы там пили-то? Не, ну, конечно, лучше... Лучший глютен-фри, это, конечно, был Питер Пейлен Мэри от Микеллера. Ну, про Микель мы как-нибудь отдельно поговорим. Да. Кстати, пишите, если вам был бы интересен ролик по Микелеру. Да. Мы его с удовольствием снимем. С удовольствием. Вот, но этому пиву... Но этому пиву действительно я тоже поставлю 4. 4? Потому что действительно легкий, хороший, освежающий блонд. И, в принципе, в стилистику он попадает... Так, дальше у нас... Да, и последний тоже блонд. Блонд? Тоже блонд. Тоже блонд. Не, трипель. А, трипель, да? Значит, да, это трипель. Трипель. О. Ну, он так и называется. Для трипель. Да. Да. И сейчас мы его откроем, и он, наверное, тоже у нас... Так что сразу подставляем. Поли... Нет. Нет. Не смотрю. Как ни странно, трипель не пошел. Но он такой прям газированненький. И чистый. Да. Хочу отметить, что... Как ни странно. Да. И пузырьковый. Не, у тебя... Лимонад. У меня он мутнее. Мутнее, да? Да, потому что с одной бутылки там долей там осадочек. Вот. А, да. Да. Все вижу. Вот теперь трипель, да. Надо... Да, теперь, да, больше похоже. Очень карамельный запах. Ну и легкий запах сена тоже присутствует. Да. Это вероятность дрожжей. Угу. Какие дрожжи конкретно посмотреть нельзя? То есть можно? Но нельзя. Можно, но я не владею испанским. Так что... Ну вот действительно похоже вот. На легкий, на очень легкий бельгийский трипель, потому что он сладкий, карамельный. Ну, нет, это по вкусу отвечает даже. Он, наверное, алкогольнее. Сейчас посмотрим, сколько. 7,5? Ну, так. Ну, то есть, не 9, как это Не 9, не 10, да.
Для трипеля достаточно легкий. А вкус при этом достаточно. Хотя нет, для трипеля как раз-таки нормальный. Вот квадрюпели они, да. Нет, квадрюпели еще тяжелее идут. Угу. Этот... Но это очень легко для трипеля идет прям. Это чудесное пиво для лета, которое мы обозреваем зимой. Ну, в Испании всегда лето, так что. Наверное. Нет, ну на самом деле испанское и итальянское пиво, оно этим отличается. Оно как будто создано для того, чтобы освежать. Да, вот я Ну, в что-то связи со климатом, заметил да. во вкусе некую схожесть с блондином итальянским. Ну, блондин по вкус... вкуснее Блондин немножечко, да. вкуснее, да, но именно вот сама легкость, освежающесть какая-то, даже у, казалось бы, у Очень крепких достаточно сортов, да, есть. либо крепких, либо каких-то плотных, тяжелых сортов, да. Ну и увлечение карамельным солодом тоже. Ну, вообще, в карамелью во вкусе. И такой сливочности Угу. легкой. То есть сливочность присуща, наверное, всем трем сортам. И этому меньше всего глютен-фри. То есть. Да, но тут Мальте. у глютен-фри все-таки тонкости производства. Да, можно как-нибудь ролик про глютен-фри пиво сделать. Тоже пишите, если вам было бы интересно. Да. Вот, вот такой вот у нас сегодня достаточно сдержанный, может быть, отчасти грустный обзор. Да, ничего не оказалось плохим, но и как бы очень хорошим. Таким, Ну, чтобы тоже, да, не прям назвать. вот запомнилось, не было. Но, конечно, глупо было этого ожидать от пива за 190 рублей. А, Ну, но... в принципе, для кого-то за это пиво это тоже будет много. Да. Так что... Но, с другой Только стороны, если... это пиво на 190 рублей как бы отрабатывает. В принципе, да. Да. Оно неплохое. Тем более, что по современным курсам и по современным ценникам закупки Оно это... весьма даже... Оно весьма дешевое. Оно весьма даже лояльное. Да. Кошельку. Дешевле русского крафта некоторого, знаете ли. Ну, конечно, дороже среднестатистического русского пива. Ну, оно и другое, нежели русское пиво. Ну да, оно совершенно другое. Это все-таки считается крафтом. Да, и это не лагеры, у которых достаточно мало ингредиентов. Ну и, наверное... Наверное, на этом мы попрощаемся. Да. И... Следующим роликом, наверное, будет мой маленький экскурс в начало домашнего пивоварения. О том, как проще всего начать, или стоит ли это делать, или не стоит ли это делать. Ну, впрочем, вы узнаете в том ролике. Всем спасибо. Ставьте лайки, чтобы поддержать наш начинающий канал. Пишите в комментариях, о чем вы бы хотели увидеть, на что бы вы хотели увидеть обзор. А мы постараемся подбирать для вас интересные пивные напитки. Спасибо и пока. Пока.